Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева, и я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В Самарской областной юношеской библиотеке устроят празднование Дня семьи, любви и верности. Для всех влюбленных организаторы придумали акцию «Любовь-морковь». В планах построить целый город молодых и хотя бы с помощью бумаги, скотча и красок решить-таки свой квартирный вопрос. Детям, которые, как известно, цветы жизни, предлагают высадить целую поляну ромашек – символ праздника. Ну а в финале вечера просмотр фильма «Любовь и голуби». Начало в 19:00. Проспект Ленина, 14. Вход свободный. Спортивное шоу «Гонка героев» пройдет 9 и 10 июля в поселке Рощинский. Шоу проводится при поддержке Министерства обороны, командования Центрального военного округа, администрации Самары и правительства области. «Гонка героев» – это массовый забег по полосе препятствий с элементами боевых действий. По участникам соревнований будут вести холостой огонь из автоматов и пулеметов, а также орудий танков и боевых машин пехоты. Все это абсолютно безопасно. Безопасно для участников. Для зрителей показательные выступления, развлекательное шоу, конкурсы и военно-полевая кухня. Бесплатные автобусы до поселка Рощинский на гонку героев будут отправляться от автостанции «Аврора» и Дома культуры Литвинова с 7 до 11 утра в субботу 9 июля. В музее имени Алабина работает выставка «Homo Samaricus». В зале царит атмосфера купеческой Самары середины 19 века. Среди экспонатов – одежда городских модниц и предметы торговли, домашняя утварь, а также фото и афиши. Все предметы взяты из фондов музея. Если вам интересно, как открывался и как работал в те годы Жигулевский завод, какими были первые авто и трамваи Самары, что интересного происходило в Струковском саду, какие ремесла были в почете и как отдыхала по вечерам молодежь, смело отправляйтесь на выставку всей семьей. Выставка «Homo Samaricus» открыта для посетителей в круглом зале музея Алабина с 10 до 18:00 в субботу и воскресенье. Гуттаперчевые куклы и ГДРовские пупсики, заводные мишки и оловянные солдатики. При виде этих игрушек у людей в возрасте замирает сердце. Карусель советского детства – выставка, на которой многие узнают своих верных друзей детства. Вам расскажут о тех людях, которые на фабриках Советского Союза эти игрушки создавали, шили им платья и наряды, придумывали имена и характеры. Выставка будет работать в воскресенье 10 июля с 11 до 18:00 в детской библиотеке филиал номер 8, улица Николая Панова, 30. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.